Хорохузовская версия эпоса «Жанр» была записана в 1939-1940 годах в колхозе «Путь коммунизма» Долбанского района от Жангарчи Басангова Мукубина. Шесть глав хорохузовской версии, общий объем 5803 стихотворных строки, на бумагу записал Хаючи Семенов. Сам Джангарчи Басанга Мукуин был родом из хорохузовского улуса, поэтому эта версия называется хорохузовской версией. Басанга Мукуин, Басангов Мукуин, у него была в детстве травма горла, поэтому он Джангар не пел, а сказывал эпос, то есть выступал как рассказчик. Например, «Арзин сүйірі бердік бүмбін саған өргейден, Эзін бағдай жаңғыр ақылычта, шалды қырғын қойыр бадангут, шақцы лога арзин сүйірігі, тәбін дөрін дұңғыра күтсет, балы намтар бал болдық, балта намтар тамшалдық, балы нолан арзин сүйірігі бересі бұна». То есть он был, он басанга мүкін не пел жаңғыр, он его сказывал. Сейчас хотел бы представить одну главу из хорохузовской версии эпоса «Жангар». «Арык зоугин, баатыр базы кулан хонгыр, шары күрмін гедік хана, сейхын күрін катугы, күйгі тірсін бөлік». Thank you.
Soul and Nishka, the Yohe Giver.
Хатерларын йоғын ал, Тулы тулы әкерінлерін дүрінген күйлер йоғын ал. Нәдеге күрге, күрге, күрге йоғын. Харын ғу, хары бөрі қолсын, модын дәрсін, қады жолын. Yeah, I took it, yeah, I took it all. But
Che vorrei mandare a zero un binzer, ci canzano la fira.
Yeah, that's a car.
kürtin zuhani. Дорогие друзья, в год благодарности Его Святейшеству Далай-Лама XIV, приуроченный к 85-летию его рождения, в рамках реализации проекта Центрального Хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни», сокровищница духовного наследия калмыцкого народа, издан альбом «Далай-Лама в Калмыкии» от трех его визитов в нашу республику. Продажа данного издания производится в Калмыкии в Центральном Хуруле. Средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры «Алтын Герл», калмыцкий и русский переводы.